Друзья, добрый вечер всем. 19:35 московское время. Мы собирались ровно 19:30 начать наш сегодняшний вечер здесь, в лектории Айла Врайнга. О чем сегодня пойдет речь? Мы решили, недолго думая, поднять тему спортивного маркетинга, потому что в последнее время мы видим следующую тенденцию. Начиная с 2015 года, буду говорить от имени организаторов мероприятий, количество целей или спортивных ивентов в летних и зимних видах спорта в России выросло в разы. Вот мы вели в свое время такой рейтинг, там записывали мероприятия, которые можно рекомендовать. Ну, то есть там есть сайт, платежные системы, есть надежные партнеры, есть четкий регламент, правила соблюдения. Ну, вот все. И мы видим еще и рост популярности среди участников данных мероприятий. Так вот, в 2015 году таких а-ля рекомендованных событий у нас было порядка 55 всего лишь. В 2015 году. В 2016 году мы уже насчитали 114 таких мероприятий в летних и зимних видах спорта. Причем я сейчас буду говорить только за массовый спорт. Да, это сегмент, который растет у нас там сотнями процентов в год. С общей емкостью в прошлом году это было почти под 200 тысяч человек. 200 тысяч человек могли принять участие в подобных соревнованиях. В 2017 году это уже почти 150 мероприятий с емкостью свыше 250 тысяч. Соответственно, возникает ситуация, когда в целом на падающем рынке есть сегмент спорта, который очень-очень не сильно растет. Самое главное, каждое из этих направлений, летний и зимний вид спорта, там, не знаю, гонки с препятствиями, триатлон, плавание в открытой воде, забеги различные везде по городам и марафоны, они начинают привлекать свою целевую аудиторию. Сегодня здесь, в эту аудиторию, мы пригласили людей, которые, наверное, так, без зазрения совести, являются пионерами. Каждый из них представляет определенный бренд, являясь либо основателем, либо человеком, который управляет коммуникациями, связанными с этим брендом, либо работает, связан с привлечением партнеров для профессиональных видов спорта. Но самое главное, то, что у всех людей это есть в бэкграунде, это мощная маркетинговая платформа. И сегодня как раз я попрошу этих людей поделиться с вами лайфхаками, знаниями, в том числе рекомендациями, которые, возможно, потребуются вам. Прежде чем мы стартанем, я бы хотел узнать, кто из вас имеет отношение к маркетингу в целом. Половина. Кто из вас имеет отношение к спортивному маркетингу? Чуть-чуть поменьше. Кто из вас работает на стороне организаторов спортивных мероприятий? А кто из вас имеет отношение к брендам? Здорово. А кто из вас пришел попросить денег у BMW здесь сегодня? Даже такие нашлись. Ну что ж, здорово. Тогда я, собственно, начну объявлять наших гостей. Василий Мельников, директор по корпоративным коммуникациям BMW России. Пожалуйста, занимай любое место. Можно под цвет костюма, можно нет. Хорошо. Елена Шифрина, CEO и основатель BioFood Lab, компании, которая известна на нашем рынке, да и теперь уже не только в России. Take the bite, батончики bite. Соответственно, Лена, прошу тебя занять место. И хочу представить вам Дмитрия Маневича, человек, который прошел огромнейшую школу спортивного маркетинга, является в настоящее время директором по маркетингу Олимпийского комитета России, а до этого прошел, там, не знаю, жернова выживания в оргкомитете Сочи 2014, где отвечал, ну, руководил за департамент маркетинга в коммуникации. Дима, принимай. Когда, ну, собственно, там готовились к этому мероприятию, вдруг почему-то возникла какая-то история, связанная с тем, а чему бренды могут научить нас в спорте. И, наверное, первый сразу вопрос такого общего характера, а, собственно, почему вы являетесь представителем тех брендов, которые стали пионерами и пошли в спортивный маркетинг? Дима. Ну, тут вообще очень просто ответить, на самом деле. У меня это просто так получилось, и выбора-то уже и не было, в общем. Потому что, ну, тот первый бренд, с которым я вступил в сферу спортивного маркетинга, Сочи 2014, он действительно был пионерским, как минимум потому, что это были первые в России Олимпийские зимние игры. Да, у нас были 80-го года игры,
Ну, во-первых, там не было как такового, в общем, наверное, маркетинга такого рыночного. Там не было работы с партнерами, там не было, в общем, каких-то значительных активаций партнерских. Ну, в общем, в силу ряда причин, мы все их понимаем, чем 80-й год отличается от 2014-го. Конечно, Сочи 2014 было неким таким пионерским проектом здесь. И просто сразу забегая вперед, хочу сказать, что здорово то, что мы не просто исполнили, что должны были исполнить, отработав по мануалам Международного олимпийского комитета, как это делают все организаторы игр каждые там теперь два года. Мы туда что-то довнесли, и теперь вот если мы откроем там мануал по маркетингу Международного олимпийского комитета, мы там увидим какие-то строчки, какие-то вещи, какие-то параграфы целые, которых там раньше не было, и это наши идеи, которые так вот туда интегрировались, и теперь новый оргкомитет открывают и делают так, как вот мы что-то там придумали. Вот это круто, потому что там на самом деле, конечно, 99% все уже это отработано годами, столетиями, и в общем есть много очень умных идеи, которые уже заложены в эту олимпийскую всю схему. Но что-то мы вот доработали, придумали, с учетом того, что страна-то у нас особенная, вот, и партнеры особенные, и стейкхолдеры особенные. Поэтому вот такая вот пионерия олимпийская. Я так понимаю, в 80-м году ты занимался совершенно другими делами. В 80-м году я как-то тоже уже был около, ну, в общем, да, но просто меня не заметили из-за небольшого роста. Хорошо, а в 2014 году тебя заметили. Вот скажи, пожалуйста, так как для рынка это было абсолютно новое большое событие, назовем так, стартап года, Олимпиада, которая длилась 7 лет в режиме подготовки, да. Ты, я так понимаю, был часть периода этого времени, да? Что случилось с теми компаниями, которые вдруг пошли в спортивный маркетинг? Их попросили или они добровольно? Хороший вопрос, Владимир. Смотрите, действительно, проект, во-первых, проект долгий, да, это начиная от момента подачи заявки. Сначала была просто заявка, заявочный комитет, несколько городов претендуют всегда, ну, раньше претендовали, сейчас, кстати, эта ситуация поменялась, сейчас надо еще найти того, кто будет претендовать на проведение игр. Вот. А тогда это было несколько городов, которые борются друг с другом, и на протяжении там 2-3 лет они являются заявочными организационными комитетами. И в конце какой-то из них, вот мы в Гватемале тогда вот победили, и мы стали уже оргкомитетом игр. Я присоединился к этой всей истории немного позже, в конце 2009 года. И вот следующие 10, 11, 12, 13, 14 целиком, причем когда все уже забыли про игры, я еще там работал, потому что надо было закрывать весь этот проект. Вот, я там присутствовал. Что касается компаний, которые на протяжении всего этого долгого периода присоединялись к этому проекту, очень разная история. И я, например, горжусь больше теми компаниями, которые подписали контракты, я вам скажу, когда, в ноябре 2013 года. То есть, вы понимаете, да, с периодом активации, там, 3 месяца максимум, ну, там, плюс еще постфактум что-то, но в целом это такая короткая история. И это были компании, которые абсолютно никакого отношения к какой-то там системе просьб и ответов на просьбы не имеют. Это сугубо рыночная история. Они искали то, что поможет им активировать свой бренд, продвинуть либо компанию и продукт, услуги, занять свое место в какой-то конкретной экосистеме в соответствующей отрасли и так далее. И в этом плане мы закрывали, конечно, по уровням. То есть сначала был самый большой, самый значимый, высокий уровень генеральных партнеров национального уровня. Это там порядка 10 компаний, мы их все знаем, они все на слуху. И опять же, я хочу сказать, что да, если было ощущение, что кого-то из них попросили поучаствовать, то после того, как мы с ними согласовали огромные вот эти вот контракты и начали работать, у нас с ними за эти 3 года столько всего было уже абсолютно такого, что мы на них отработали, что я считаю, что не было ни одного партнера из порядка 50 вот overall, да, этой цифры, ни одного не было партнера, который бы в ответ не получил какой-то тот самый ROI, о котором вот сейчас, наверное, будут дальше там рассказывать люди правильные. То есть того самого возврата на инвестиции, который каждый вообще маркетинговый партнер ожидает от того или иного спортивного проекта, в который он инвестирует. Но, конечно, это зависело, вот там, будь это Сбербанк,
Или это компания, сейчас вам скажу, Уральский завод противогололедных материалов. Знаете вот такую компанию? А вот зря вы, кстати, вот те, кто сейчас поднимал руку, которые пришли искать инвестиции, вот зря вы не знаете эту компанию, потому что эта компания на самом деле, да, будь здоров вообще, участвует в экономике страны. Надо знать такие компании. Вот, значит, вот этот период с 10 по 15 год. Надо знать, кому отсылать просто. Да, я познакомился, в общем, со всеми, наверное, компаниями. Если вы, знаете, наберете в РБК, вот, знаете, они публикуют рейтинг раз в год. Вот этот вот 500 крупнейших компаний страны во всех отраслях, там по цифрам. Вот я все их знаю, вот буквально. Вот. И, соответственно, что важно? Важно, на мой взгляд, просто дифференцировать подход. И я сразу скажу, что умерли эти, знаете, период, эта эпоха, времена, когда у каждого были свои какие-то заготовленные. Вот у меня презентация, в ней вначале про проект у меня, а в конце у меня такой вот три пакета. Генеральный, там, основной и такой вот. Все, 50, 25, 10. Вот я пошел. А, нет, я еще по имейлу всем разошлю веерно вот так вот. И сижу, жду, сейчас мне как посыпется. Вот нет этого, все это забудьте вообще, это закончилось. То есть я бы так сказал, что при работе с партнером, с новым, не с, уже про действующий вообще отдельный разговор. С новым партнером, наверное, 70% вашего времени вы должны потратить на изучение этой компании и на подготовку предложений, которые вообще никак не соотносятся с теми, которые у вас уже есть, там, и которые были, и которые будут, а вот сугубо под нее. И, наверное, там 20 это уже процесс взаимодействия, переговоров. Там. До того, как вы 70% вот этой домашней работы не проделали, смысла нет даже вообще приближаться к этой компании сейчас. Я думаю, что, знаешь, лакмусовой бумажкой как раз именно было, компанию попросили, и она приняла решение. Это было, что произошло после этого супербольшого проекта. Я помню, мы общались с друзьями нашими общими в крупных структурах, и они говорят, ну все, Олимпиада закончилась, департамент спортивного маркетинга сформирован. То есть он создавался, естественно, только под большой проект. Да, и потом, когда по наитию народ пошел в эти же самые компании, говорит, слушайте, ну вот у нас там что-то, они говорят, ребята, у нас уже был один стартап, все, хватит. Мы со спортом, да, не, ну это да, это есть примеры, которые можно, в общем, не скрывать. Есть, например, компания Сбербанк, компания, да, вот туда можете не ходить в ближайшие лет 20, вот, потому что там, ну там просто прошла официальная коммуникация, что с поддержкой спорта мы на ближайшее время закончили. Вот. Культура, да. Нет, зеленый марафон — это собственное. Это прямо handmade, да, такой in-house. А что касается вот внешних проектов, пока все. Вот. Но опять же, еще раз повторю, есть компании, которые, да, даже сформировали частично штат, но в целом верят еще в хорошее, доброе от спорта. Здорово. Я знаю, что здесь есть как минимум одна большая международная компания, которая действительно верит, но на глобальном уровне, что интегрируя свой бренд со спортом, любительским, массовым, популярным, можно приобрести правильную репутацию, сформировать определенный имидж на целевую аудиторию. И Василий как раз представляет компанию BMW в России, компания, которая поддерживает несколько мейджоров, марафонов в мире. И, собственно, даже там, где есть штаб-квартира BMW в Мюнхене, уже третий сезон здесь, в России, ребята активируют компанию совместно с I Love Running и делают I'm Running. Да? И с каждым годом, наверное, это все как-то становится популярнее и популярнее. Но хотя бы хотелось бы, знаете, немножко вернуться, потому что редко у нас в кругу людей есть те, у которых есть международный опыт. Сколько и чего вы перенесли в спортивный маркетинг от своих коллег зарубежных сюда, в Россию? Ну вот, допустим, начнем. Мы уже про Олимпиаду говорили. В прошлом году, вы знаете все, что спонсором Олимпиады была другая компания, тоже немецкая. А мы подарили всем олимпийцам автомобили BMW. То есть все-таки олимпийцы зашли бились, в правильный момент. Бились, но они бились под одними флагами, а получили то, что хотели намного, видимо, больше. Вот, но BMW они были рады, и машины практически не попались. То есть два человека просто автомобили сразу после. У нас были истории до этого, и Олимпийский комитет, ну, российский, это фонд поддержки олимпийцев. Фонд поддержки олимпийцев один раз накололся, у них был автомобильный бренд, который распродали почти полностью сразу. Такое тоже бывает. Тоже наши олимпийцы, тоже немецкие, да. Ну, у нас всего трое классных брендов в этой области, поэтому угадать несложно.
Вот, поэтому какой опыт мы переняли? Во-первых, опыт работы с фондом поддержки олимпийцев – это, конечно, не международный опыт какой-то, да, это чисто российская история. Тяжелая, интересная. Ну, мы производим автомобили в России, поэтому мы, собственно говоря, выиграли. Более того, этот бренд достаточно желанный среди спортсменов, как потом оказывается. Многие спортсмены выбирают наши автомобили, потому что они близки по духу. Вот. Что касается глобальных историй, да, у нас есть выбранные направления в спорте, которые мы можем поддерживать. Они закреплены, да, то есть мы не можем выбрать что-то другое, да, локальное. Допустим, мы знаем, что в России обожают футбол. Мы знаем, что в России обожают хоккей, мы знаем, что там обожают биатлон, но только биатлон нам разрешен. И мы спонсируем биатлон на международном уровне. У нас разрешен гольф. Гольф в Америке, гольф в Корее, допустим, гольф в Европе. Это супер популярный вид спорта, где тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей играют. В России ровно 1000 человек, как я общался недавно с гольф-клубом Сколково, который мы спонсируем, 1000 человек. Да, все, точка. То есть мы продаем 30 тысяч автомобилей в год в среднем, ну, 1000 человек, естественно, с ними знакомы, новых лидов там быть не может, поэтому да, мы проводим... По 30 на человека. Да, 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 по несколько навешиваем сверху еще автомобили. Вот. Собственно говоря, с 99 года мы... Что мы привезли из гольфа? Да? Во всем мире есть несколько чемпионатов любительских. Из них самый популярный любительский чемпионат вообще среди гольфистов – это BMW Golf Cup International. Для нас, может быть, это странно, но это такой прям реально. 40 тысяч человек по всему миру играют в гольф именно в этом любительском чемпионате со всех точек планеты, и потом они собираются, выигрывают и где-то там другому показывают свой класс. В России мы эту область поддерживаем больше 15 лет, там, с 99-го. Что касается бега, как он появился в нашем мире. Мы сидели пиарщиками, репу чесали, все уже. Ну, автомобили, мы знаем, как с ними работать. Это наш главный продукт. Там мы уже делаем все, что только возможно с точки зрения коммуникации. В культуре у нас тоже есть прекрасные проекты, в том числе Большой театр, в том числе поддержка различных музеев. В спорте нету ничего массового. И мы сидели, думали, как бы зарядить журналистику. Вот я из пиара, вот. Наша ключевая аудитория – это журналисты. Как бы их прокачать по какому-то виду спорта? И мы понимаем, что бег, он супер сильно развивается, это вот 3 года назад было. Мы решили прокачать журналистов по бегу. Встретились с несколькими школами, в том числе и LoveRunning'ом. И с LoveRunning'ом, с Максом тогда придумали, что о, у нас есть дилеры, у ребят есть представительство во всех городах, у нас есть интерес с журналистами пообщаться, они говорят, ну давайте еще и клиентов подключим. В общем, мы заключили такую большую историю для журналистов, для клиентов, и за 2 недели до того момента, как надо готовиться к Мюнхену, стартовали. Вот. Это была чисто российская история, опять-таки мы не взяли оттуда ничего, кроме маек, которые брендировали полностью собственной какой-то технологией. И поехали в Мюнхен. Тогда 150 человек тренировалось, и 50 человек с нами поехало. На следующий год мы заранее немножко начали, тренировалось уже 750 человек, поехало 350. В этом году мы уже стартовали с коммуникацией чуть-чуть, еще больше будет этой коммуникации. И мы думаем, что с нами поедет где-то 750 там, тысяч человек в Мюнхен. Соответственно, как мы все это создавали, это чисто российская история, опять-таки. Сейчас у нас Мюнхен учится. У нас бегают наши сотрудники, у нас бегают дилеры, у нас бегают клиенты, бегают потенциальные клиенты, бегают журналисты. И все вместе с КОПом ездят в Мюнхен. В Мюнхене у нас нет корпоративной никакой программы, нигде мы не готовим и не обучаем людей, хотя я считаю, что это очень круто именно обучать. То есть не просто бегающих собирать вместе, а именно обучать, чтобы они первые свои впечатления получили в лучшей компании. Ну, считается в нашей в данном случае. Ну, вот, потому что дилер, вот у нас было несколько таких случаев в городах, ребят хотели пойти в Isle of Rank, в тот же самый, им дарили сертификаты, но компании не находилось, так не знал, с кем ему придется там. А тут он видит, BMW приглашает, а он ездит на BMW, он такой, о, значит, аудитория моя, друзья будут мои, скорее всего, и приходит и стартует эту программу. Ну, а так что это чисто наша история, сейчас мы ее в Мюнхен отгружаем, и, возможно, они что-то от нас возьмут в качестве того, как нужно работать с клиентами. А вообще смотрит глобальный офис на best practice, которые происходят в России? Смотрит, конечно. Да, это им интересно? Наш пиар-департамент, в принципе, подчиняется только в Германию, то есть здесь нет у нас начальства какого-то, поэтому мы напрямую там общаемся и делимся соответствующим опытом с коллегами о том, что у нас происходит и как нужно общаться. Соответственно, в этой программе бегаем, как я говорил, клиенты, журналисты на локальном уровне. Мы 30 человек журналистов отвезли в Мюнхен, но это наша какая-то история, нам это важно.
Вот, в этом году еще больше людей поедет. А, ну, естественно, пришли потом на локальные марафоны. То есть сейчас мы поддерживаем «Бегущие сердца», то, что называется «Зеленый марафон», и три мероприятия московского марафона. Так что сейчас еще... У вас есть машины сопровождения? Машины сопровождения, ну, это такое, это как бы отработка стандартов. Да? Сейчас мы работаем над тем, каким образом предоставить тем людям, которые и бегают, и владеют BMW, что-то уникальное на площадке. Нам очень важно, чтобы те люди, которые... купили, выбрали BMW, они попадали в так называемую семью. Да, внутренне называю BMW Family проект. Это люди, которые получают что-то особенное только потому, что они вошли в нашу семью и разделяют с нами наши взгляды. Вот, соответственно, на площадках будут появляться какие-то активности исключительно для тех, кто владеет автомобилем BMW. Ну и, соответственно, конечно, тест-драйв для тех, кто хочет попробовать что-то еще. Конечно, хотят попробовать. Мы видели, какие машины вы здесь выставляли на московском марафоне. Кстати, про новый гольф, да? Вернее, про тему гольф. Вообще сейчас входит в обиход вот такое. А? Что? Новый гольф — это не 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 я вообще хочу сказать про новый гольф. Буквально вот в октябре 2016 года сделал небольшой перевод статьи из Financial Times. И там впервые вот это зазвучала фраза «Triathlon is new golf». Триатлон и там циклические виды спорта – это новый гольф. А причина была связана банально. Корпораты, владельцы бизнеса, топ-менеджеры, они, собственно, вот устремились в циклические виды спорта, типа бег, плавание на открытой воде, триатлон, там, гонки с препятствиями и велогонки, все такое. И, соответственно, они начали фиксировать, как раньше, что в Соединенных Штатах Америки на гольф-поле совершалось там, почти 50% деловых сделок. И эта культура, она постепенно отошла на второе место, а большинство заключенных сделок, например, на рынке Великобритании, они теперь происходят среди тех, кто увлечены циклическим видом спорта. Плавание, бег, триатлон, гонки с препятствиями. Мы делали опрос по этому поводу в России. На всех мероприятиях мы решили проверить, с кем мы вообще общаемся. И чем отличаются люди, которые бегут 10 километров, там, 5 или 21. Ну вот, значительно отличаются, во-первых, люди, там намного старше, кто бежит 21, кто бегает 21, тренируется обычно 7 раз в неделю, это 60% людей, которые бежит 21 километр. Вот, по качеству аудитории все то же самое, как правильно говорите, что и статус другой. И я это связываю с тем, что чаще всего ты видишь, что тот человек, который хорошо достигает и внутри корпорации, и снаружи, да, это человек, который очень-очень-очень много работает. Он упорот, да, он не может вообще нормально относиться к жизни, он видит эту цель, и к ней прет всеми шагами, да, поэтому он выбирает чаще всего вот такие безумные абсолютно дистанции, и мы видим очень много именно успешных людей, вот, кроме, ну, есть профессиональные спортсмены, они тоже, конечно, безумцы, вот, но есть и абсолютно вот любители, которые какие на работе, точно такие же на забеге. Это еще успешно. Бег в России растет, если кто еще не знает, по официальным исследованиям 300% в год. Сейчас занимает Россия первое место в мировом рейтинге по темпам роста. Понятно, в абсолютных цифрах еще не так, но основными драйверами роста вот внутри там являются женщины. И, собственно, у меня следующий вопрос как раз к Лене. Единственной девушке, которая здесь представляет у нас такой серьезный бизнес. Мы с Леной вместе учились в одной бизнес-школе, и я помню вот эту историю становления ее бренда, когда, если честно, в самом начале очень много людей относилось скептически вообще к тому, что в России может появиться батончик такой быстрого перекуса, здоровое питание. Да? 2017 год, ну прям как молния среди ясного неба, все узнают, что за всю историю там, проведения лондонского марафона батончики Байт становятся официальным поставщиком, официальным снеком. Лена, сколько тебе это стоило? Мне это стоило 40 тысяч батончиков отгрузить. Не, но история такая, что Байт – это бег. Байт зародился тогда, когда вообще зародился бег в России. То есть в 2011-2010 году, я думаю, никто еще не бегал здесь из присутствующих. Никто не думал о том, чтобы взять кроссовки и бегать. Ну, потому что мы первая группа Сколков была MBA еще до тебя. Мы поехали в Бостон, и мы увидели там эту культуру бега. В России никто не бегал, не было никаких клубов, ни у кого не было кроссовок. Никто реально в 6 утра не вставал и не бежал до работы, до учебы. Этой культуры просто не было. И когда наша группа оказалась в Бостоне, первое, что мы сделали, там недельку прожив в Бостоне, получась, мы
купили все кроссовки и стали бегать по набережной Бостона. Все задыхались, у всех болели спины, все просто страдали и не понимали, в чем кайф. Но через месяц активного бега мы поняли, что что-то здесь такое есть интересное. И мы поняли, что бег — это не просто бег, потому что все наши учителя, все наши менторы, все миллиардеры бостонские, они все бегали вместе с нами. И мы видели, что они все перекусывают вместе с нами, что они все на здоровом образе жизни, что они не едят фастфуд, что Бостон — это вообще совершенно другая Америка, там другое отношение к своему телу и вообще к культуре потребления. И мы поняли, что, скорее всего, это придет в Россию. И мы вернулись в Россию, и все успешно устроились в корпоративный мир после MBA, после Сколково, и думали, когда же люди реально начнут заботиться о здоровом образе жизни, когда же они начнут есть правильно, и когда же появится компания BioFood Lab и батончик Bite. Прошло 8 месяцев, никто этого не сделал. Я поняла, что нужно просто срочно увольняться и создавать компанию. И тогда появились первые беговые клубы. И беговые клубы появились с Nike. Nike провел первый большой забег. Да. В Лужниках собрал 10 тысяч человек. И к нам пришел Кристиан Луха, генеральный директор Nike, и сказал: «Ребята, привет». И мы сидели с ним и посмотрели его долгосрочную стратегию развития на России. И он рассказал все, что будет с бегом в России через 5 и 10 лет. Он тоже был своего рода первопроходцем прийти на российский рынок с таким мощным брендом Nike и вложиться, и всем привить эту культуру. И эту любовь к бегу стоит очень дорого. И мы так параллельно развивались вместе с Nike, до сих пор развиваемся на всех мероприятиях Nike, обязательно есть байт. И в этом году мы партнеры всех забегов московского марафона, это 60 тысяч людей будут бежать вместе с байтом. Что касается лондонского марафона, там очень интересная история, потому что там был своего рода тендер. Как мы знаем, официальный спонсор — это Virgin, и там не может быть больше никаких спонсоров, вот Virgin и все. Но там есть слоты, допустим, на батончики, на снеки, всякие-всякие разные. И их команда, мы узнали там реально за 2 дня до этого тендера, они набирали всякие снеки и давали организаторам лондонского марафона попробовать, чтобы они выбрали один снэк на весь лондонский марафон. И они выбрали байт. Они не знали, что байт из России и так далее. Нам просто позвонили и сказали, что вся комиссия лондонского марафона признала байт лучшим спонсором. И все сразу спросили, а где его купить, в принципе, в Лондоне-то можно. А мы вышли в Лондон, и в Лондоне мы продавались только в Selfridges, потому что у нас эксклюзив на Selfridges. И тогда они узнали, что мы из России, они попросили приехать познакомиться. И они сказали: мы с вас не возьмем денег, мы хотим ваш продукт, мы хотим, чтобы все лондонские бегуны в этом престижном марафоне бежали с русским продуктом. Круто. Лен, ты изначально планировала, что Bite будет позиционироваться через спортивный маркетинг? Или Нет. так случилось? Ну, просто так случилось. Что послужило триггером? Что все мои друзья стали бегать. Это причина Элла Вранинга, во всем виновата. Что все друзья стали бегать, что Дима Юрченко, мой однокурсник из MBA-1, который там и триатлет, и марафон там по Сахаре сделал и так далее, что он стал бегать. Даже он стал бегать? Нет, это было... он стал бегать, а потом все остальные стали бегать. Все Дима, понял. Хорошо, Дима... теперь я знаю, кому мы обязаны. Ну, как бы Дима стал бегать, и все мои друзья из моей группы первой MBA стали бегать, и Белонощенко, и ты стал бегать, все стали бегать. Да, ну, мне кажется, мы однажды просто попробовали батончики Bite, там есть что-то, что заставляет Нет, вас бегать, но, будьте аккуратны. А потом же все поехали в Сахару, да, когда, все знают этот сумасшедший забег Сахары, да, когда они потом показывают эти дырки в ногах непонятные, и еще сняли, они сняли фильм про то, как они бежали с Байтом, про то, как они взяли эти... Ты первый бежал, они вторые бежали, они после тебя. Ты первый.
И они мне говорили, что вот нам Володя сказал, что нужно брать с собой как можно минимум еды. И мы поняли, что мы все будем бежать на байтах. Лена пришли на байтов, и они ели байты все 7 дней. Там и каждый, они каждый там грамм этого своего рюкзака измеряли и сказали, да, вот мы будем жрать только на байтах, больше ничего не будем есть, какой-то еще там какие-то заморозки. Ты просто вовремя пришла, потому что когда я бежал в 2013 году, у нас у одного участника была своя стратегия – 1,5 килограмма сала. Да. Некоторые люди слышали эту историю, в общем. Он просто забыл, что там немножко жарко, и поэтому сало вытекло в первый же день. Да? Да, и он остался без еды. Лучше бы он с байтами подружился заранее. Но видишь, вы пришли чуть позже. Но потом многие ребятки, кто бегают на этот марафон, они все нам пишут, и мы с удовольствием их всех поддерживаем. Лен, спасибо огромное. Слушайте, у меня вот такой вопрос. Все классно, да? Сейчас вот там Дима в самом начале такой говорит, вы еще ответите за ROI. Да, те, кто знает, это return on investment, потому что с моей точки зрения классическое спонсорство вообще как таковое, оно ушло, все, в прошлое. У бренда есть бюджет на инвестиции, он инвестирует и что-то хочет с этого получить. Вот твоя школа там с этим списком огромнейших компаний, вот расскажи только про то, которые действительно подошли к сотрудничеству с твоими проектами в спорте, там Олимпиада и сейчас Олимпийский комитет, которые реально требуют ROI. Просто если кому интересно, и кто планирует в это вкладываться, или с одной стороны давать, а другие получать, просто чтобы люди знали. Ну, требуют все, то есть уже не, без исключения, потому что про этот самый return on investment прочитали все уже, даже те, кто никогда не слышал о нем. Да, спасибо интернету, теперь все это знают, и еще там есть marketing return on investment, там уже... В общем, продвинутые люди все шарят, вот, и все, собственно, об этом только и думают в первую очередь, и все бюджеты сейчас верстаются, то есть исключительно исходя из каких-то, там, ну, в зависимости, конечно, от специфики компании и продукта, но, в принципе, они все ориентируются на продажи, на клиентскую базу, на какие-то, ну, тут я не буду, как бы, вот, да, я говорю за те компании, с которыми я общался. Где-то есть конкретная привязка того же маркетингового бюджета, причем он, если раньше он планировался на год, потом он планировался на квартал, сейчас он даже в крупных компаниях во многих планируется на месяц. Они не знают, что будет через месяц, они говорят, мы переоценим, еще раз посмотрим и будем думать, что будет дальше. Мы загадывать там на год сейчас не можем. Это происходит даже в крупных корпорациях, ну там в качестве примера могу сказать, что P&G сейчас, например, так себя Procter мыслит, да, Procter & Gamble. Вот. И, соответственно, наша стратегия, ну, я имею в виду стратегия тех, кто выходит к потенциальным спонсорам, партнерам с какими-то спортивными проектами, она тоже меняется. И второй момент, наверное, который я бы… То есть первый – это привязка к абсолютным бизнесовым задачам, к продажам, к увеличению аудитории, к качеству этой аудитории. Второй момент – это, конечно, та самая диджитализация. И нет уже таких проектов даже в спорте, даже в нашем спорте, даже там самые отсталые федерации, которые не понимают того, что сейчас нужно делать акцент на диджитал, и без какой-то фундаментальной платформы и своего присутствия там вы не сможете продать свой проект, ориентируясь только, вот у меня есть мероприятие, вот у меня там, не знаю, ну для примера, хотел сейчас, увидел тебя, нет, другое, вот какое-нибудь другое абстрактное мероприятие, да? Побоялся, да. Нет, у вас все хорошо с этим. А есть там, вот у нас, мы проводим там, я не знаю, гонки, бег в мешках. Вот у нас будет большая площадка в Лужниках, мы договорились, у нас там будет, пускай даже 1500 участников, все летом, у нас там будут присутствовать какие-то там, может быть, спортивные СМИ, пожалуйста, купите у нас. Вот у нас есть там, вы будете представлены брендингом на этом мероприятии. Вот такого плана проект не продастся никогда сейчас уже. Просто потому, что это никому уже не интересно само по себе. То есть присутствие на мероприятии, какое бы крутое оно ни было, даже если вдруг оно появится, если не в прямом эфире, то в каких-то новостных хайлайтах на Матч ТВ, все равно это не то, на что они рассчитывают. Потому что это одномоментное появление не даст никакой лояльности к бренду, к продукту, не даст никакого прироста, никакой конверсии, в общем, не будет. Соответственно, любое даже самое маленькое мероприятие должно быть с вот этим предпродакшеном и постпродакшеном, которые, собственно, происходят на диджитал-площадке.
И в конечном итоге в идеале должно предлагать тому самому бренду, который присоединился к проекту, не просто аудиторию, вот она вам вся на блюдечке там, но она еще должна быть посчитана, она должна быть со всеми характеристиками социально-демографическими, с максимальной информацией о том, как она делится, как она там, то есть из чего она состоит, пастеризуется, с тем, чтобы этот бренд уже дальше мог использовать вот эту самую информацию, ту самую big data, как тут все опять же сейчас, да, об этом говорят, уже в своих собственных маркетинговых целях, применительно уже к своим продуктам, уже базируясь на том самом спонсорстве, который он с вами вместе на этом самом проекте, уже работая с этой аудиторией дальше. Соответственно, момент ключевой состоит в том, что сейчас в целом, наверное, надо искать партнеров в первую очередь в интернете. Да, это либо наши крупные интернет-компании, либо банки, например, потому что, например, Сбербанк, с которым недавно общался, они сейчас полностью сосредоточены на том, чтобы использовать ту самую мега-бигдату, которая у них есть, потому что это там больше 100 миллионов пользователей, вы понимаете, да, то есть 100 миллионов. 70 миллионов установленных приложений Сбербанка активных и 110 миллионов активная база. А самое главное, что та информация, которая у них есть, такой информации нет ну, ни у кого из, ни у нас, ни у вас, ни у кого из проектов, какая бы крутая база у вас ни была, да, вы не знаете там, где и как он покупает, какое питание, где он там взял кредит, где там, с кем он спит, знает все банк о вас. Вот, соответственно, вот такая информация, конечно, интересна любому бренду, и максимально собирать ее, максимально работать с ней, удерживать свою аудиторию, держать ее между вашими мероприятиями. То есть, если да, там есть какая-то сетка, какой-то календарь мероприятий, там у вас раз в два месяца проходит ваш бег в мешках. Вот между этими мероприятиями они должны быть постоянно, каждый день в соцсетях, на ваших страницах что-то делать, что чем-то развлекать, и там вот где-то будут присутствовать и спонсоры. Только в таком формате. Вот, ну, это мое сугубо субъективное видение. Я, Дима, абсолютно здесь с тобой соглашусь. Если вы являетесь организатором мероприятий, и вы не в диджитале, или вы еще не начали собирать данные там, законными способами о своих участниках и клиентах, вы, скорее всего, out of market будете очень-очень рано. Потому что вы просто не успеваете за той технологией, за которой стремится спонсор. Нет чисто банковского спонсорства. Сейчас это банк, технологичный партнер, потому что через вас, через организаторов мероприятия, он ищет выход на целевую аудиторию. Если эти системы не стыкуются, вы будете просто неинтересны. Я могу смело представить, не знаю, Василий, сейчас к вам прилетит эта история, что все считают, что у BMW много денег, и поэтому можно отправлять предложение обо всем. Соответственно, помимо того, что маркетинг, пиар, еще нужно выступить каким-то инквизитором всех тех предложений, которые к вам поступают. Поделитесь, пожалуйста, лайфхаками, как вы принимаете решение, с кем идти, а с кем спасибо большое, до свидания. Ну, чаще всего кнопочка «Делит», она сразу используется, там 90% всего того, что прилетает, он, в принципе, нерелевантно. Не, просто, мы все диджитали, все «Делит» и все. Ну вот, смысл примерно следующий. Есть две концепции, как принимаются решения в маркетинге в больших корпорациях. Номер один. Никто из менеджеров, которые перегружены, которых, ну, во-первых, мало, а во-вторых, им некогда об этом думать, они как делают? Два варианта. Либо голова внутри компании, либо голова снаружи. А чаще всего микс. То есть кто за тебя думает? Это главный вопрос. А чаще всего менеджер по маркетингу, что это такое? У нас есть KPI какие-то условные, неважно, в любой компании. Ну вот, и он говорит, так, нам нужно вот эту аудиторию достичь. Так, нужны идеи, тендерные идеи, прикинули идеи снаружи. Сказали, вам нужно идти туда, туда, туда. Он такой, отлично, идем туда, близко к нашим KPI. И дальше говорит, так, нужна реализация. Провел тендер, кто-то реализует. Вот так выглядит 99% всех маркетинговых активностей всех брендов всегда. Вот, ну да, вот, если честно. Вот. Есть второй вариант, когда голова внутри точно знает, куда она идет, точно знает, какие KPI могут быть, точно знает, каким образом она их достигнет и уже выбирает подрядчика под реализацию задумки изнутри. Ну, вот. И посередине где-то микс. Но чаще всего, если человек чем-то увлекается, вот у нас как с бегом, да, принимает решение о том, как мы идем в беге, тот человек, который бегает. Вот у меня в команде два человека, которые бегают, я сам и еще один коллега, и он занимается в итоге беговой историей. И к нему приходят наши маркетологи и говорят, там, Илья, что нужно?
что вам нужно бегунам на этом мероприятии? Скажите нам, потому что мы аксессуарик-то выставим, а она вообще релевантна, нужна вам аксессуарик или нет, то есть мы уже советуем. Ну ладно. Второе, что касается предложений, да, какие они бывают. Самое главное, чтобы была механика, каким образом мы отслеживаем для маркетологов сейчас на российском рынке, который падает, механика, каким образом мы лиды отслеживаем, как мы увидим эффективность. Чисто маркетинговая история, как много напишут об этом мероприятии, а вы там, может быть, где-то будете на заднем плане с логотипом. Вообще по барабану, уже так. Действительно, решения не принимаются. Нам пофигу на эти логотипы где-то там сзади. Нам нужно вовлечение людей во внутреннюю историю. И что касается Big Data, это то же самое, да? Мы вкладываем мероприятие, а потом мы смотрим, сколько возврат, сколько человек купило. И тут самая главная часть. Это нужно продажникам и части маркетологов. По факту покупка автомобиля, покупка продукта – это побочный эффект, условно. Да? Потому что мы делаем не ради продажи. Потому что если ради продажи ты это что-то сделаешь, то тогда не всегда будет работать очень круто. В особенности в машинах, где очень сложно, у нас средняя стоимость продукта 3 миллиона рублей. Принятие решения о покупке 2-2,5 месяца в среднем на рынке происходит. Поэтому одно мероприятие, с которым тебе приходит, о, смотри, тебя увидят там 10 миллионов человек. А купят они или купят, неизвестно. Да? Но если ты знаешь, что ты делаешь правильную вещь, то ты можешь ее прокачивать и делать дальше. Как мы делаем с бегом? Вот с бегом у нас самый крутой ноу-хау. И с М11, за что мы получили Каннских львов. Это когда мы тоже дали всем BMW-шникам бесплатный проезд по М11 на лето. Это было безумно круто, потому что все клеили... Это было вау. Да, и это клеили, там реально заклеивали логотипы других марок. Причем у нас есть видео, народ заклеивает логотип, прям встает, наклейку клеит, проезжает, отклеивает. Кто слышал про этот кейс? Кто воспользовался? Кто воспользовался этим кейсом? Ну, да? Нет, просто, Василий, буквально чуть-чуть про этот кейс. Это на самом деле маркетинговый ход был очень крутой, который, знаете, как всегда вспоминается вот эта война постерных реклам, когда они были в свое время. Значит, BMW, Mercedes и потом Bentley. Соответственно, Subaru. Вот, соответственно, что это было? Вот прям, это же краткосрочная была история. Мы обеспечили бесплатный проезд тем, кто едет на BMW по М11, по всей платной трассе. Соответственно, это период отпусков, большинство ехало в шарик. Прошлым летом, да-да-да. И вот я и говорю, что это примерно BMW Family, вот эти проекты, когда мы с людям, которые выбрали наш бренд, которые такие же, как мы, такие, как мы маркетологи, такие же, как мы продавцы, такие же, как мы инженеры, вот эти люди вошли в нашу семью, и мы для них что-то делаем. Вот это такого типа проект. Я просто хочу сказать, что действительно, это не про в лоб продажи. И если вы партнером хотите видеть бренд, который, собственно, заходит к потребителю через эмоцию, предложите вот этот experience, опыт, там, контакт, взаимодействие, положительные эмоции, которые могут возникнуть, собственно, с брендом. Я как раз в этой же связи хотел бы одну тему затронуть. Дело в том, что Дима сказал про диджитал, вы сказали про эмоцию, и еще ты сказал про какие-то награды, там, титулы и все прочее. Celebrity-маркетинг, да, как часть спортивного маркетинга. В 2016 году мы там впервые в личном опыте попробовали, ну, денег в бюджете нет, проекта Iron Star, все деньги генерятся за счет там, внутренних ресурсов. Мы попробовали работать с людьми не из категории, то есть не из триатлона. Потому что все думают, кто занимается триатлоном? Ну, конченые фрики, то есть у них вообще все не в порядке с головой. И они вот еще и время находят, гробят бизнес, здоровье и идут тренироваться. И мы решили, что это неправильно, потому что это на самом деле не так, если погрузиться вовнутрь. И в беге очень много интересных людей. И это, там, наверное, спорт, через который они чувствуют, что они наконец-то живут. Да, и вот получают какие-то эмоции. Обратились к селебрити. Спорт, легкая атлетика, плавание, баскетбол, футбол, телеведущие, журналисты и так далее. Брали по критерию подписчиков в Инстаграме. И не только. И по просто вот приятным каким-то личностям. Сработали. В прошлом году был охват 60 миллионов контактов в социальных сетях у бренда, который родился буквально год назад. Расскажите, коллеги, как вы эксплуатируете репутацию селебрити в ваших бизнесах? У Лены был такой кейс, я знаю. Хороший, положительный. А у вас? Байт со звездами, с олимпийцами, 2015 год. Алена Заварзина, Эквайлд. С
Слушайте, ну с этими селебрити, ну... Ну, заход был понятен. Не, ну у 80-90% людей подписчики накрученные. Но ты начинаешь людьми видеть, ну ты видишь сразу там из 10 у одного подписчики нормальные, у всех остальных. Ну, сейчас, ну, это бизнес, люди тоже. Сейчас мы перенимаем этот опыт, скорее всего, у китайцев. Все покупают себе этих подписчиков. Ну, то есть, ну, российские селебрити реально, ну, конечно, мы мониторим, у нас диджитал очень хорошо развит, конечно, мы смотрим, и, ну, просто смешно, реально. Ну, Алена, кстати, заварженная, да, там, олимпийская чемпионка, Вик Уайлд, сколько у ребяток, у них офигенные фотки, офигенный контент. Ребята выиграли золото, да, Алена бронзу, Алена сейчас взяла все награды, что могла в европейских чемпионатах. У них по 15 тысяч подписчиков. Но у них, кстати, небольшая база, если говорить, что они, собственно, не занимаются накруткой. Если у вас был такой опыт, я знаю, что кроме Максима Журила, который рассекает на автомобиле BMW 7 серии по Москве. Да он уже сдал ее. Сдал? Он рассекает на трешке GT. Слушай, вы прям вообще на одну неделю дали? На месяц. На один месяц? Ну, всего да. Ну, у нас, итак, что такое в автомобилях знаменитые люди? Вот, во-первых, большинство действительно так накручено, непонятно, кто эти люди. Более того, это люди, если брать старые формации, которых вообще не воспринимает интернет никаким образом. Посмотрите на всех селебрити, которые есть на Первом канале, большинство их просто не знают в онлайне. И, в принципе, таким образом и умерла в большой степени какая-то пресса, да, такая печатная лайфстайл-пресса, которая, вот она тиражировалась, там тиражи были написаны, а кто там в действительности за ними, ты никогда не знаешь. Ну, вот, и у нас есть бренд автомобильный, даже два таких, которые в свое время скупили всех селебов. Как они были на третьем-четвертом месте по продажам в премиалке, так и оставались. То есть, в принципе, никогда там не было ничего рядом. Ну, вот, и поэтому мы на этот опыт не смотрели. Сейчас мы работаем с селебами условными, сейчас мы работаем с блогерами в огромном количестве, но работаем только там, где это приносит какой-то результат. Вот. Когда мы слышим, что люди говорят об этом, когда мы видим, что начинают покупать автомобили, тогда мы продолжаем работать дальше. Более того, естественно, надо проверять накрутку, есть она, нет, есть инструменты для проверки, они действительно существуют в интернете. Некоторые спокойно идут на регистрацию в специальных ресурсах, которые тебе показывают их подноготную. Вы знаете, YouTube, он показывает подноготную только владельцу канала. Он может тебе принтскрины скидывать. Нам скидывают принтскрины те, кто хотят с нами работать, им нечего стесняться. Они говорят, вот, это моя аудитория, если хотите с ней как-то работать, пожалуйста. Ну, вот, поэтому с селебами работать надо, надо работать желательно с теми, кто с тобой будет долгосрочно, а не те, которые пересаживаются с одного продукта на другой, либо надевают одно, второе, третье. А те, кто с тобой давно, да, и готов быть с тобой в будущем, и еще по контенту подходит, то это прекрасно. И надо успевать вынуть иногда, то есть, потому что прекратить сотрудничество. Потому что наша жизнь, к сожалению, такая сложная, что Telegram сегодня есть, а завтра нет. Вот. А как с этим жить, неизвестно. Вот. И канал у вас в Телеграме. Видели, да, сегодня на Первом канале был на сайте. Телеграм ФСБ запретит. Читайте подробности на нашем Телеграм-канале. Вообще класс. Вот надо в этом. После этой новости сразу же на vc.ru вышла молния о том, что увеличилось количество скачиваний. Телеграм – это крутая компания. Я просто не знаю, как они об этом договорились. Да. Слушайте, вот вы как раз тему затронули. Я бы хотел, знаете, нам еще нужно все-таки дать время, возможность задать вопросы. Две темы. Первая – риски, которые вы несете в спортивном маркетинге. Вы впрягаетесь в совершенно чужие мероприятия, 99% из которых в нашей стране не застрахованы вообще ни от ничего. Как вы с этим работаете? Как вы работаете с рисками, которые могут возникнуть? Вы активируетесь, выигрываете в тендере, вкладываетесь, потому что активация стоит порой даже в 2-3 раза дороже, чем спонсорский пакет. Скажите. С рисками все сложно. У нас, в принципе, естественно, легально все проверяется. Но единственная, самая большая проблема – это когда ты в том пространстве, где не важно, что легально. Да, то есть тебе ты действительно все прописал, ты не несешь ответственность за одно, за другое, а потом тебе рассказывают. В пространство выходит уже информация какая-то, которая, ну там, врезались в толпу на таком-то автомобиле, что ты с этим сделаешь, да, с этим плохим пиаром, а я не виноват.
Да, там человек сидел, террорист какой-нибудь. То есть мы даем, мы вообще сейчас работаем в той отрасли автомобильной, да, она очень опасная. Люди врезаются на этих автомобилях, сейчас появляются автономное вождение, когда можно будет с пульта управлять тем или иным устройством. Все это очень сложно, и риски огромные. Вот, но есть номер один, да, не надо делать слишком большую панику. Почему? Потому что все мы понимаем, да, когда кто-то врезался на чем-то в толпу на каком-то автомобиле, бренд в этом 100% не виноват. Все адекватные люди понимают, что это не там сидели-сидели совет директоров такой, так, как бы нам пропиариться хорошо, вот Telegram запрещают, а может и мы туда же. Но такое не может быть, мы понимаем, да. Вот, поэтому риски, конечно, какие-то есть, но пока что, слава богу, у нас вроде ничего не случалось. Максимум что-то не зашло. Так что. Лен, у тебя без рисков? Ну, тут опять-таки про людей. Я верю в людей, которые меня окружают. Если все мои друзья сначала побежали, потом занялись триатлоном, да, то я верю в это. Если там Тарасов делает успешный московский марафон на протяжении многих лет, то как бы, я верю в это. Если я знаю, кто делает, как делает, то, конечно, мы будем там. И, безусловно, нам очень интересно беговое сообщество. И мы так и идем параллельно, рядышком. Вот нам это интересно. То есть все зависит от человека. Я вот тут соглашусь, что да, там где-то эта покупка, она скорее такой вот, ну, побочный какой-то эффект. Мы проводим очень много мероприятий, не ища какого-то аутпута дальше. То есть мы там не ставим точки продаж, байт тут же рядом. То есть мне кажется, это it's about pure love. Все равно человек там, мы даем возможность ему попробовать продукты. И вот у нас, мы заметили, у нас retention rate очень большой. Ну, ты дашь человеку попробовать байт, да? У нас потом 92% людей его идут и покупают. Вот. Точно что-то есть. Да, вот, да, да. Этом. Видишь, мне кажется, зазвучало. Это про любовь, это хорошо. Это про доверие, это хорошо. Я думаю, что именно на этом и бренд-то, собственно, строится через спорт. Да, вот если там нет людей, которым можно доверять, то значит, там нас не будет. Хорошо. Дим, про риски. Про риски коротко. Ну, все мы слышали, да, кто-то слышал, а кто-то с этим жил прошлым летом, вот, со всеми этими историями с допингами. Это как бы тема на границе между селебрити-маркетингом, спортивным спонсорством. Да, есть такие риски. Вот, например, да, вот как если вы взяли, выбрали атлета, поддержали его, а вот с ним такая история приключилась. Мы все слышали, как, я не буду называть фамилии, да, как... Какие-то бренды от каких-то фамилий прошлым летом сразу же отказались, да. А потом, правда, спустя какое-то время, это уже не все знали, да, пытались вернуться туда же, но уже место было занято. А какие-то бренды в этот момент почувствовали чисто интуитивно, что, возможно, это как раз их шанс зайти на эту площадку, может быть, дешевле гораздо в разы, чем это сделали их предшественники. Но заняв эту нишу, поддержав, там, сработав на том самом там, патриотизме, поддержке, там, личной поддержке, и заработав какие-то кредиты доверия у своей аудитории в том числе. И я могу сказать просто, что я ну, вот не хочу называть просто конкретные компании и бренды, но общался с несколькими, и те, кто вот вступил на эту тропу вот в этот кризисный момент как раз, да, когда там, крупные международные бренды почувствовали, там, ну, там сработал вот этот предохранитель, да, когда отрубается сразу и все, там никто даже не раздумывал, в общем, да. Вот, а эти вошли, и те показатели, которых они достигли по концу 2016 года, они были ими очень довольны, да, очень довольны. Поэтому здесь такая история, вот, ну, на мой, опять же, взгляд, не претендующий на истину, в спорте вот эти вот риски вот, репутационные, которые могут быть связаны как с организаторами соревнований, так и с атлетами, они сильно зависят от того, как ты умеешь с ними работать. То есть это кризисный менеджмент. То есть тут нельзя быть не готовым к этой ситуации, нужно всегда знать, что она может быть, и уметь с ней работать, и, возможно, извлекать какие-то бенефиты даже из таких вот кризисных ситуаций. Но это спорт, это вот как раз об этом. Друзья, Россия вообще не уникальная страна. Мы, в принципе, находимся в неком таком глобальном пространстве, в глобальном контексте. И тот любительский спорт и вообще, в принципе,
интерес к спорту, который подстегнула Олимпиада Сочи 2014, то огромное количество организаторов соревнований, которые в России появляются, в свою очередь выполняют функцию целей, да, которые попадают в календарь людей, они стремятся, они тренируются, малые бизнесы встали с колен, и вдруг какой-то ритейл появился. Ну, в общем, как будто бы что-то начало двигаться вперед. В целом, мы очень далеко вообще от того, в каких объемах люди занимаются фитнесом, занимаются спортом, если мы будем сравнивать с Америкой или с Европой. С Америкой в первую очередь. Азия где-то на подходе. Россия где-то болтается пока сейчас в хорошем смысле между двух вот этих полюсов. Ребят, скажите, пожалуйста, вы как люди с таким далеким горизонтом видения, с интуитивными какими-то вещами, которые связаны с тем, что вы в жизни реализуете, включая спортивный маркетинг, как будет выглядеть будущее спортивного маркетинга в России в 2025 году? Ну, мне кажется, что большое будущее есть у фэшн-брендов. Потому что по статистике сейчас, статистика из Нью-Йорка, допустим, что они там взяли неделю, что ли, и наблюдали за людьми просто хай-стрит, да, в Нью-Йорке, кто во что одет. У 60% мимо проходящих людей была спортивная одежда. То есть те же самые леггинсы, кроссовки. Мы постоянно постепенно из хай-фэшена, из какого-то нет-а-порте фэшена переходим вообще абсолютно спортивный фэшн. Вот это то, что касается нашей одежды. То есть тут есть большие перспективы, на мой взгляд. И в 25-м году байт — это весь мир? Да, что касается... Но мы в Китай уже экспортируем в 14 стран. Что касается байта, то мы планируем увеличить количество SKU. Вот, у нас идет непосредственно большой запрос от сетей, потому что сети видят, что люди переключаются на здоровый образ жизни, люди хотят делать для себя что-то полезное, чтобы to feel good about themselves. Вот я сегодня прошел 5 километров, я съел не сникерс, а байт. Я уже сегодня галочку поставил, чувствую себя хорошо и хочу купить что-то еще. То есть сейчас пошла обратная связь от сетей, потому что мы number one selling snack in Russia, и они хотят видеть нас в других категориях. И у меня сейчас запрос на 87 новых SKU, это не батончики, это другие продукты, которые мы запускаем. И ко мне пришло правительство Российской Федерации, они говорят, что мы видим в этом будущем, что вам нужно. И правительство хочет, чтобы, как ты знаешь, мы никакие инвестиции никогда не поднимали, мы никогда не делали никакие займы, мы никого не пускаем в свою компанию. И то есть к нам приходит правительство и говорит, мы хотим, чтобы наша nation была здоровой. Сейчас ко мне пришел главнокомандующий из армии, они сказали, бойцы покупают байты. Им родители покупают байт. Я говорю, ребят, это не та история, байт дорогой для них продукт. Мне говорит главнокомандующий, иди посмотри. И он меня завел в комнату, где собраны эти пакеты, которые едят бойцы со всего мира, там из Америки, итальянцы, французы. Он говорит, это секретная комната, куда никто не пускается. И у них там есть батоны со всех стран мира. Он говорит, мы хотим такой же продукт, чтобы был у наших бойцов. Мы сейчас делаем батон для наших бойцов. То есть, если они, главнокомандующие, об этом думают. Да, но еще раз, да, я там сейчас даже не про спортивный маркетинг, просто тебе огромное спасибо, потому что я помню эти первые дни, когда все начиналось, я впервые прочитал о том, что выпускница бизнес-школы запустила собственный проект в Сколково, как троллингом люди занимались, потому что никто не понимал, куда это вырастет. 2017 год, я хотел увидеть этих людей. Нет, у нас была первая группа в Сколково, там первая MBA, но меня никто не взял к себе в команду. То есть я была одна, мне нужно было... Там программа MBA о том, что ты набираешься опыта, мы там жили, учились в Китае, в Америке, в Калининграде, еще где-то. И последний финальный этап, ты должен пойти и сделать свой проект. У меня все так сразу, хоба, я с тобой, а я одна. И мне нужно было сделать этот проект. И я так стала вспоминать Бостон и думаю, мне же надо об этом написать. Мне сколько поставили тройку за байт. Как я люблю сколько, но мне поставили тройку. И это вообще не о том,
это хороший продукт или это плохой продукт. Но идея вообще ничего не значит. Это про то, что нужно отсидеть честно 12 часов на работе и сделать. Это не про талант, это не про ум, это не про успех, это про, как Тинькофф говорит, хотя я там не очень там хорошо к нему отношусь, про то, что надо отработать если просто это время. Да, ну, просто надо отработать это время. Но я думаю, что еще во многом большой успех у Байта, потому что я лично, я большой патриот. Мне очень хочется сделать что-то полезное для своей страны, для тех людей, которые живут на стране в России. Поэтому мы делаем завод в России, мы не стали просто размещать контрактное производство в Германии или во Франции. Нам очень важно платить все налоги. Мы платим все налоги в компании. Лен, давай мы просто здесь тебе действительно огромное спасибо скажем. Потому что каждый должен с себя начинать, я вот что считаю. Да, да, да. Я к тому, что здесь, в принципе, вот это, знаешь, такой стержень хорошего спортсмена, да, фокус на победу и вот эти все лишения, да, которые были, там, перипетии, критика, недоверие, отсутствие команды. В результате мы видим, к чему это может привести. Здесь сидят люди, которые спорт уважают, любят и в том числе развивают эти себе качества. Про будущее, ребят, буквально чуть-чуть, чтобы мы могли дать возможность задать нашим гостям вопросы. Ну, если совсем коротко, то абстрагируясь от того, где и кем я работаю, я вам скажу, что, наверное, через 5-10 лет я лично вижу, что профессиональный спорт, каким мы его знаем здесь сейчас в России, то есть это хоккей, футбол, как раз те самые пресловутые профессиональные клубы, они все еще, несмотря на госсоветы президента по спорту, они все еще будут финансироваться государством, они также, но бюджеты уменьшатся сильно. И какой-то возможности для привлечения туда коммерческих организаций уже, мне кажется, не останется. А вот я имею в виду привлечение каких-то коммерческих спонсоров. А вот что касается небольших проектов, стартапов, вот а-ля Байт, например, да, вот за ними я как раз вижу будущее где-то в 50-летней перспективе и за проектами в спорте, которые будут объединены в некую такую, вы знаете, сейчас экосистему. Когда вот именно, когда создаются некие сообщества по интересам, пусть это будет бег, вот там есть Байт, там есть еще что-то, здесь они бегут, здесь они едят, здесь они отдыхают, здесь они идут вместе еще куда-то. И вот так они объединяются целиком вот в одно какое-то сообщество. И вот за такими сообществами, на самом деле, состоящих из маленьких каких-то элементов, небольших стартапов, и спортивных, и примкнувших к ним брендов. Вот за такими будущее в спортивном маркетинге. Я не вижу там ничего глобального. Я тебя здесь поддержу. Рынок российских стартапов растет очень-очень быстро. Мы с прошлого года начали собирать эту базу предпринимателей. Сейчас уже там свыше 300 действующих проектов в тот момент, когда мы думали, что там нет никого. Василий, BMW в будущем и спорт – это вообще... Да, мне всегда сложно отвечать про будущее, всем сложно отвечать про будущее, потому что у нас все очень в короткую в России, потому что слишком большие вот эти перепады, и непонятно, что будет завтра. Это как вот со спортсменами, которые неизвестно, завтра он на мельдоне все-таки или уже без мельдони. Берите киберспортсменов, ну, там все в порядке. Там все в порядке, да, там все на мельдоне вот вообще. Да, Бул. Но они ездят на автомобилях в виртуальной реальности, к сожалению. Слушайте. Ну, это шутка такая, я знаю, что там не так все. Все не так, конечно. Что касается 2025 года, что со спортом. В принципе, если посмотреть на все процессы, которые происходят в России, то они по содержанию их окрашивают в наши цвета, там, в наши культурные цвета. По факту это все те движения, которые так или иначе прошла Европа вместе с Америкой. Поэтому если мы посмотрим на Америку сейчас, то это мы примерно в 2025 году. Или на Европу. В принципе, это очень похоже. По крайней мере, все те... В сути вещей, все да? Все то, что в 17 там у них там, будет у нас в 25. Ну, условно, да. Ну, потому что мы видим все перестройки, которые здесь есть, они так или иначе, даже если напоминают нам каким-то образом Советский Союз там, или Россию, или там Достоевскую, ну, или там, называйте любое название, оно просто перекрашено в эти цвета. По сути, вот внутри любые эти телодвижения, они очень европейские, очень американские, потому что оттуда веяние все идет. И то, что народ бегает так много и понимает, что можно это делать, это мы видим там. Достаточно активно, такая свобода личностная, да, ее как-то задавить отсутствием грамоты. Ну, условно, да. Очень-очень сложно, благодаря вот этому интернету мы прям вперед, поэтому больше личностей, больше различных индивидуальных активностей, ну и мы, надеюсь, тоже останемся в этом беге надолго-долго-долго. Здорово, спасибо большое. Слушайте, прежде чем я дам вопросы сюда, мне бы хотелось такой подытог о том, что в принципе сейчас формируются две культуры.
Одна культура, которая идет у нас вот от корней, от земли. Это люди, которые занимаются организацией спортивных мероприятий, создают спортивные стартапы, студии, там, йога, танцы, пилатес, сайкл и так далее. То есть сейчас это огромный бум, потому что новое поколение. Если бренды, вот сейчас, которые говорят, ребята, мы через спорт, через спортивный маркетинг пытаемся достучаться до той аудитории, которая будет наша там, лет через 5, вот сейчас воспитать эту лояльность, то у вас есть возможность партнерства. Единственное, это партнерство должно быть адекватным. Когда мы говорили про проекты, которые приходят на рассмотрение, там, станьте нашим партнером или спонсором, у меня обычно такой светофор. Красный – это клиника, там, желтый – это на грани, и зеленый можно рассмотреть. То есть можете себе представить, 60% они просто никогда не погружались в ботинки тех людей, которые принимают решения. Вот если есть желание преуспеть здесь, действительно найти партнеров не только там, вот, автомобили, продукты питания или Олимпийский комитет, которому тоже вы можете быть помощником в будущем, то нужно обязательно смотреть, а как бы я принимал решение. Поэтому спортивный маркетинг во многом строится от того, что обе стороны начинают выигрывать. И организаторы, и стартапы, и те, кто готовы в это инвестировать. Чистого спонсорства в России нет. Только если вас кто-то сильно любит. Вопросы? Да. Так, ну давайте вот прямо оттуда. Да. Кумулятивный итог важен, и важно очень, во-первых, это долгосрочность, это попадание в цели, какие у нас они долгосрочные, все-таки не краткосрочные цели у компании BMW в России, вот, поэтому для нас это долгосрочная история, возможности на местах, конечно, важны, и возможности в диджитале тоже важны. Тут ну, как бы ничего я нового не скажу, просто вы должны побыть в, ну, во-первых, представить, что мы продаем продукт, который стоит 3 миллиона рублей. Это сразу меняет очень вообще все в этой жизни. Если вы нам предлагаете в той... Если вы в той отрасли предлагаете, которая у нас запрещена к развитию, да, условно, не входите в тот список спорта, который мы можем спонсировать вообще, то мы даже не будем это рассматривать. Это бесполезная история. Если то, что нужно, то да, да. Конечно. Рекомендация. Изучите стратегию любого бренда. Бесполезно душить Adidas, стать спонсором триатлона. Там просто нет этой категории. Да? То же самое Nike, то же самое там, Puma и так далее. То есть посмотрите, насколько как бы, ваши там, мероприятия или вид спорта, или любой стартап стыкуются со стратегией. Это очень, кстати, мало делают, поэтому люди делают такой посев своих предложений и потом думают, что все это прорастет. Да, хотите BMW, погрузитесь прямо в BMW, в стратегию, посмотрите их лучшие мировые кейсы, и потом, возможно, придите с каким-то гораздо более интересным решением. Вот здесь вот у девушки вопрос. Добрый день, Мария Лукина, компания «Процесс». Спасибо за встречу сегодняшнюю. Наша компания занимается тем, что мы делаем трансляции VR. Это трансляции виртуальной реальности, преимущественно спортивные события. Вот по опыту предыдущего года мы видим, что охват неплохой аудитории, как бы через приложение, через сети, там, YouTube, Facebook сейчас показывает, но он уступает классическим трансляциям телевизионным. Вот насколько, на ваш взгляд, бренды заинтересованы в инновационности темы, даже если KPI уступает значительно? Но очень быстро, вот, например, в нашем кейсе, да, мы рассматривали несколько VR-тем, мы там даже придумали проект с айтишниками, там даже из Сан-Франциско, но оно как-то, мы даже коробку сделали с этими VR-очками, которые ты можешь быстро взять дома и собрать, но она как-то очень быстро раз и ушла. То раз все сделали эти очки, 2 месяца прошло и прошло. Та же самая история с этими сейчас новомодными там спиннерами, да, через 2 месяца мы все о них забудем. То есть оно как-то все очень быстро уходит, приходит и уходит. А что касается VR, да, сейчас есть классные, прикольные очки, но нет контента.
Ну вот я, например, сейчас ментор в Форбсе, в конкурсе стартап Форс миллиардеров. Там у нас есть две компании, которые участвуют в этом году. Они создали там потрясающие очки, очень крутые, но контента на VR нет. Вот в этом пока основная проблема с VR. Нам очень интересен киберспорт, вот что нам интересно. Мы сейчас в него идем, мы там сотрудничаем с создателями танчиков. А? Киберспорт очень популярная тема. Да, он сейчас очень сильно развивается. Я даже не столько про VR, сколько про онлайн-трансляции в целом. Эта тема очень популярная и очень востребованная сейчас. И мы все понимаем, что с концепцией, когда у тебя практически единственный один практически госканал, через опосредованно, да, работает со спортом, эфирный, телевизионный, он не может объять себя 24/7, вместить все то, что сейчас в стране происходит, и что во многом иногда зачастую имеет свою собственную аудиторию, которая интересуется, да, то есть там какие-то определенные наборы мероприятий, волейбол, еще что-то, они не показывают, не могут себе позволить, в силу определенных причин, и это, опять же, даже не их вина, вот. Поэтому трансляция в интернете спорта сейчас очень важный и серьезный момент. Вы знаете, что Международный олимпийский комитет создал Olympic Channel и работает над этим. И вот мы там активно с ними сотрудничаем в этом плане. Но это глобальная история, они не знают пока, как они будут в конкретной стране присутствовать, потому что, опять же, вопрос абсолютно верно, вопрос контента. Контента, который будет интересен. И в этом плане Олимпийский комитет России тоже работает. Мы сделали свое ROC-TV, то есть Russian Olympic Committee TV. Мы пытаемся популяризировать те виды спорта, даже не популяризировать, а просто дать им возможность показать себя пока на нашей YouTube-площадке, а в дальнейшем, к концу года, у нас будет своя собственная платформа. Я к тому, что этот очень хороший инструмент, понятно, что он сложный в исполнении для там, какого-то локального спортивного мероприятия, потому что для того, чтобы показать VR, нужно, соответственно, поработать, да, и вложиться, инвестировать. Не у всех федераций есть эти возможности, но все... Я вам просто от имени федерации всех в России могу сказать, что все в этом заинтересованы, все хотят, и это очень перспективно. Я верю в VR, мое личное убеждение, потому что я считаю, что VR может помочь как раз тем отраслям, у которых сейчас беда-беда. В частности, футбол. Если мы возьмем кейс, ну, я не про результаты, я про посещаемость стадионов, потому что, можете себе представить, притащить свое тельце на какую-то площадку, тогда, когда у тебя есть мобильный телефон в руках, и у тебя рядом там компьютер, а по пробкам или еще куда-то не добраться, или лететь нужно, VR во многом это решит. Next VR в Соединенных Штатах – это по-прежнему инвестируемый кейс, недоходный. Это значит, что там уже хотя бы появилась критическая масса. Здесь даже критической массы нет. Поэтому вы можете просто зайти очень рано в рынок, потратить все свои деньги и деньги партнеров, и потом только появится на самом деле рынок. Да? Да, вы можете вырастить. Или взять реального технологичного партнера, например, ВТБ Арена Парк, прийти к ним и сказать, что вы сделаете. Да, установив прямые трансляции через VR всех футбольных матчей. Трибуны – это 20 тысяч людей. Люди, Россия любит футбол, здесь миллионы готовы смотреть за это. Если будет контент интересный, если он будет доступный, если он будет в мобильном телефоне в моем, тогда да, можете даже еще и заработать. Один вопрос. VR уже не больше 15 минут в очках ты проведешь, правильно? Ну, тошнит после 20. Да. Матч нужно тоже сокращать в футболе. А если результат известен? Не, нет. Российский футбол может сокращать. Мы снимаем TR-180, там очень тонкий нюанс настройки двух глаз между собой. Как бы это отработан алгоритм, если это сделано хорошо, то можно долго смотреть. Хорошо, спасибо большое. Вопрос... Вот здесь и потом здесь. Маша. Василий, очень добрый товар. А можно тебе представить? Да. Мария Варламова, директор маркетинга «Стартера», это он выглядит как раз вот то, что Владимир так успешно. Вы для нас же все. Но вы пока не с нами, но мы для вас все. Так как у меня есть актуальный кейс одного немецкого бренда, которого вы знаете, да, у нас очень большой вопрос, я думаю, он меня поддержит в этом. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы не меряете эффективность вашего сотрудничества сейчас, ну и партнерства со спортивным маркетингом, количеством проданных автомобилей. А какие тогда у вас критерии оценки, качественное это было партнерство или некачественное?
Очень хороший вопрос. Почему? Потому что, во-первых, меряем, мы все меряем в продажах. Так или иначе, какой-то наш отдел обязательно меряет, сколько мы продали с той или иной активности автомобилей. Все равно это меряется. Я говорю о том, что это не ключевое, потому что если мы говорим о нашем подходе, да, мы говорим о семье BMW. Да, что мы сделали для вовлечения тех, кто уже ездит на автомобилях? Да, что мы сделали для того, чтобы вытащить ту группу людей, которые уже бегают, но не знают о том, что мы там есть? Что мы сделали для того, чтобы этот дополнительный KPI, да, привлечь тех, кто уже владеет BMW, чтобы они начали бегать? Это тоже наша задача. Да? Но они, видишь, разные. То есть это разные KPI абсолютно. Ну вот, поэтому для каждого отдела у нас участвует в забеге 5 отделов. У каждого свои KPI. Каждый встраивает свою какую-то историю небольшую, которую в итоге делает для компании 360 градусов присутствие на проекте. Это пиар-задачи мои. Да, что мне нужно, чтобы об этом говорили. Говорили, что это позитивно, говорили, что вот я приехал, допустим, у нас с мотоциклами есть проект очень хороший, у нас мотоциклы внедорожные. Ты можешь на триатлон не бегать, там это проверять, ну там вот эти 100 км трассы, пешком там на группы делиться. Ты берешь мотоцикл, у нас очень круто по бездорожью ездит мотоцикл. Есть бегущие триатлонисты, которые ездят на мотоциклах. Ты садишься, триатлеты, да? Нет, подожди. Я сказал, не триатлоны, подожди, эти... Не биатлонисты же бегут эти... Трейл-раннеры, да, трейл-раннеры. Вот. Ты садишься на мотоцикл, все эти 100 км проверил два раза, и все, у тебя путь там не запутанный, да? Для меня что круто? Для организаторов ты предлагаешь абсолютно офигительную услугу. Ты не... Потом не все жалуются, говорят, опять тут потеряли трассу, тут забыли флажок повесить. Ты ставишь эти мотоциклы, они проверяют в онлайне, что происходит на трассе, очень легко и удобно. Поэтому как-то вот так, KPI есть, естественно, везде, но обязательно в команде должно быть ощущение того, что, ребят, мы делаем круто или не делаем круто, мы слушаем фидбэк или не слушаем фидбэк. У вас, понимаешь, что отчасти на эмоциональном... У нас везде встроены KPI циферные обязательно. Даже не KPI, а просто результативность в цифрах у нас есть. Если бы я вот такой квадрат вам представил, то чем больше бренд, тем больше его интересует пиар и узнаваемость бренда, который в том числе включая продаж. Если это маленький бренд, ну, маленькая компания, вот у нее обороты, не знаю, 20 миллионов в год, они полностью весь маркетинг делают из маржи, конечно, это sales. Все. И тогда мы зачастую просто с этим сталкиваемся. Приходит малыш компании и говорит, готов дать, но денег-то я со своей маржинальности отдаю. Для меня ключевой параметр – продажи. Будет у него узнаваемость или нет, ему нужно быстро деньги вернуть. Чем больше бренд, тем больше включается других факторов. Но и плюс еще команды отличаются друг от друга. Если он входит в новую категорию, он хочет показать результаты руководству, что решение принято было правильно. Как это можно сделать? Просто охватом? Ну извините, тогда стоимость контакта какая? Да. Один такой спортивный бренд, я сейчас нисколько не буду называть тоже его, которые, когда мы выходили к нему с предложением с нашим экипировочным партнером, это не те бренды, которые вы уже, Владимир, называли, а тот бренд, который на мировом уровне поддерживает триатлон в трех странах. Первый вопрос, который задала девушка-представитель отдела маркетинга, она спросила, а как вырастут мои продажи от этого? Это вопрос вот о том, так. Что вы говорите, да. Что sales... Ну, смотри, надо подождать. Спасибо. Всем огромное за выступление. Отлично, интересно. Меня зовут Сергей Денисов, я предприниматель. У меня, Дмитрий, к вам вопрос. Можете рассказать немножко про провокационный маркетинг, про кейс с выбором в олимпийском... За спорт? Ну, про Зойча, про выбор талисмана. Насколько это было спланировано, не спланировано? Попало ли это в бук для дальнейших олимпиад? Нет, Зойча сделал классный человек. Это, конечно, было спланировано, да. Вот. И подано же так, что это был просто случайный, да, вирусный персонаж. Моя личная позиция по Зойчу, на самом деле, отличалась от нашей, той, которой мы последовали. Я-то был за то, чтобы Зойча сохранить, не убивая его, и выдать его в лицензию плюшевым компаниям, чтобы они сделали его же еще параллельно с этими, с нашими, я смотрю в камеру, с нашими отличными 5 талисманами. Вот, ну, мне нравился Зойч очень, я вам так скажу. И просто по всем канонам, вот там западным, да, он должен был выстрелить и должен был сработать и свою часть аудитории привлечь. Вот. Ну, в силу того, что проект все-таки, вы понимаете, да, надо все-таки смотреть, что за стейкхолдеры за проектом стоят.
много серьезных людей, ну, соответствующее восприятие. Без чувства юмора. Соответствующее восприятие, да, вообще, в принципе, слова маркетинг. Поэтому Зодчий вот так вот прошел. Если бы его допустили, это бы, наверное, был самый успешный маскот за все времена создания маскотов. Талисманом просто. Талисман. Кто еще хочет задать вопрос? У меня еще маленький вопрос. Можно про... Персональный или чтобы все узнали? Можно, можно по имейлу, да? Хорошо, можно интимно. А еще какие решения принимаете? Я вот, ну, был опыт, например, в крупной компании, там сказали то, что, ну, первое, это сроки. Если сокращенные сроки, например, там несколько месяцев, тоже не будут смотреть. И если это проект, например, одиночный, ну, примерно. Одноразовый. Не, не одноразовый, если это одиночный, например, не массовый, ну, не массовый какой-то там футбольный матч или забег, а вот как с коньком, да, один человек участвует, то это мало интересно для бренда. Вот что для вас является еще критерием отбора именно? Массовость, сроки. Сроки, да. И когда формируется, за сколько у вас формируется маркетинговый бюджет? Мы уже сейчас обсуждаем 2018 год бюджет. Если... Еще не обсуждаем, если честно. Вот. А если говорить про BMW, ну, вообще, я не люблю на такие вопросы отвечать, ну, как-то односложно, да. Такая масса факторов включается, что сложно что-то сказать. Вот мы когда запустили первый забег, вот 3 года назад, да, мы приняли решение за 2 недели. Через 2 недели надо было начинать уже готовить людей. У нас не было ни майк, у нас не было ни кивижуал, это называется, КВ, я потом узнал, что это называется. Ну, ни черта не было, мы вписались. Просто потому, что мы командой поверили, блин, это круто, давай попробуем. Вот. Инвестиции не супер огромные, мы понимаем, что просто очень драйвовая тема, где мы объединяем под одной идеологией тех, кто ездит на нас, тех, кто работает на людей в регионе. Ну, у нас генеральный директор дилерского центра бежит. Вместе с ним бегут клиенты, которого он позвал, какие-то другие клиенты. И сотрудники. Ну, сотрудники не обязательно. Редко, кстати, кто бегает из сотрудников, но есть. Но когда они бегут, это другое качество общения. Это понимают все адекватные люди. Они все понимают. Не всегда они знают, что сделать нужно для бегуна, потому что, ну, там, давай тачку выставим, давай тест драйв запишем. Ну, это тупо слишком. Ну, поэтому есть какие-то критерии, кто-то принимает решение быстрее. Ну, попались тогда, когда человек вот приезжает, глава региона, допустим, когда-то, да, послезавтра. Вот, ему нужно презентацию допилить. Вы к нему приходите, говорите, вот у меня там проект, он такой, так, это не наше, это там не бег, это там не гольф, все, нафиг. Приходит через 2 недели, он еще подумал о чем-то, и, пожалуйста, родился проект, который получился вместе с брендом. Но нам очень важно, конечно, чтобы он был, вы понимали, что принесет здесь BMW, не просто имя. Потому что наше имя очень хорошо знают в мире, мы можем им подтягивать мероприятия на другой уровень, да, благодаря тому, что если мы ставим значок, то знак качества, это значит, тут круто. Ну, вот, мы не везде поставим этот знак качества, потому что если мы не считаем, что здесь круто, даже если смотреть на все забеги наши российские, да, они сейчас еще не золотого уровня. И неизвестно, станут они золотого уровня, не станут, но они единственные, которые есть, они делают крутой командой, и мы стараемся помочь ребятам своей какой-то экспертизой и представлением, чтобы нам хорошо было сделать, чтобы он поднялся на этот золотой уровень. Хотя мы понимаем, что площадка на данный момент еще не того уровня, как на международном. Но мы понимаем, что здесь российская специфика. Да я просто 2 слова хотел сказать, возвращаясь вот как раз к сказанному по поводу, помнишь, голова снаружи, голова внутри. И вот если есть возможность у вас пообщаться с головой снаружи, что называется, да, зачастую это очень полезно, потому что те агентства, которые постоянно работают с брендами, они, ну, это не, бывает так, что они лучше бренд-команд знают, что нужно конкретно. Они знают все цели, они знают, что на сезон, да, и что... За комиссию они такое знают. То есть, да, понятно, что здесь есть этот момент, понятно, что вы где-то там, ну, потеряв 5%, вы заработаете 95%, понимаете? Поэтому я бы очень советовал с агентствами больше общаться и работать, потому что, ну, напрямую это гораздо сложнее зачастую. Хотя, конечно... Лучше, у нас лучше напрямую с нашими командами. Ну вот да, но это хотя, зависит, но, это нет, зависит. Собрать, да, информацию надо везде собирать ее, чтобы понимать, бренд, с кем ты будешь общаться. Да. Мало кто знает, малыш ключевый. Знаете, кто такой пессимист? Это хорошо информированный оптимист. Поэтому собирайте информацию, и у вас все станет сразу же на свои места. Друзья, я хотел бы всех поблагодарить. У нас 9 часов вечера. Мы как планировали, так и заканчиваем.